Начало учебного года – это не только радость первоклассников и легкое сожаление ребят постарше об ушедшем лете. Для городского дорожного движения Владивостока это, к несчастью, время повышенной травмоопасности. Именно поэтому каждый год администрация приморской столицы запускает для юных пешеходов и, быть может, будущих водителей акцию «Трамвай безопасности». Это мероприятие мы проводим совместно с сотрудниками ГИБДД города Владивостока для предупреждения травматизма, детского травматизма на дорогах и улицах нашего города. Ребята должны знать правила безопасного поведения на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, заботиться о своей безопасности для сохранения жизни и здоровья. Для просвещения в области безопасности пригласили учеников 4-х классов из школы номер 57. После того, как дети зашли в вагон трамвая, главная задача ложится на плечи сотрудников городского ГИБДД. В игровой форме они должны объяснить ребятам особенности дорожного движения, и все это во время поездки. А пешеходный переход как называется? Воздушный пешеходный. Нет. А пешеходный переход у нас нарисован на земле и называется... Как видно, магистры дорожного движения устроили этакий тест на знания, оценив, насколько хорошо школьникам известны базовые понятия безопасности. В ходе поездки сотрудники ГИБДД снабдили школьников специальными красочными брошюрами по правилам дорожного движения, а также дали множество полезных рекомендаций по передвижению по улицам пока еще юных участников городского дорожного движения. Олег Завьялов, Евгений Черемухин, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.